Всем привет! Продолжаем выкладывать обновления в рамках проекта издания книги детских рассказов Татьяны Мартовской «Вася и Кузя». Сейчас я прочитаю вам рассказ «Художник Костя». Все началось, когда Костя нарисовал красивую ромашку. Папе и маме тот рисунок очень понравился, и малыша стали учить рисовать. Папа Кости очень хорошо рисовал и сам решил провести обучение сына. Он давал ему какое-нибудь задание и потом проверял, как Костя нарисовал тот или иной сюжет. Костя рисовал кубики, машинки, сказочных персонажей, фрукты, часы, торт, котенка, домики и даже речку. Но сегодня папа поставил перед ним корзинку с овощами и фруктами. Он объяснил, что Костя сегодня будет рисовать натюрморт, и ушел помогать маме в огороде. Сначала Костя не знал, как расположить бумагу и как начать рисовать. Он понял, что сегодня ему дали задание серьезнее, чем раньше. Ему хотелось нарисовать натюрморт так, чтобы папе очень понравилось. Для начала он на черновике нарисовал клубничину, потом большую сливу и крыжовник. Клубнику он уже рисовать научился, и остальное у него получалось вполне неплохо. Перед началом работы на большом листе он тщательно подготовился. Наточил карандаш, подготовил ластик и все для красок. Потом он стал выбирать место для первого штриха. Ведь и это важно. Главное – начать рисовать с правильной точки. Найдя эту точку, он сделал несколько первых черточек, примерно наметив первую фигуру. И тут почувствовал некоторое волнение. Чтобы немного успокоиться, рука сама потянулась к ближайшей ягодке клубники и отправила ее в рот. Ягода была очень вкусной, и рука потянулась за второй ягодой, потом третьей. Когда Костя определился, как расположить объект на бумаге и как он будет рисовать, то его ждало небольшое разочарование. Он успел съесть почти половину фруктов из корзиночки, оставленной папой. Сначала он расстроился, а потом выложил остатки ягод прямо на стол перед собой. Через окно пробивался солнечный свет, и при таком освещении ягоды смотрелись лучше. И без большой сливы, которую в качестве поощрения за хорошую идею он слопал, тоже. Потом он взял кисточку и краски и стал рисовать. Без черновика и долгих обдумываний. И когда пришел папа, то Костя торжествующе показал ему свою картину. Там, на столе, среди черенков ягод и косточек от сливы, лежала клубничина, покрытая распухшими темными пятнышками, и две недозревшие сливы. Папа сначала долго смотрел на картину, потом на корзинку, где было много фруктов когда-то, потом на художника, и почему-то громко вздохнул. Когда Костя посмотрел на папу, то увидел, что тот неотрывно смотрит на его рисунок и почему-то тихо шепчет: «Да, я бы так не смог».